Подписание соглашения между общественными объединениями БРСМ и Беларусь проходило в рамках недели молодежи и студенчества в Брестском государственном техническом университете. Документ предусматривает организацию и реализацию совместных проектов и программ, направленных на консолидацию молодежи на основе идей независимости страны. Мы хотим взаимодействовать на самых ранних периодах, начиная, может быть, даже со школьных лет, когда ребята приходят в БРСМ. И проводя вот такие совместные проекты, программы, мы будем выявлять эту талантливую, одаренную молодежь и предлагать ей свои проекты в рамках уже Белой Руси. И это даст определенные возможности для развития нашей молодежи. Цели и задачи БРСМ и Белой Руси во многом схожи. И вместо того, чтобы заниматься одними и теми же направлениями по отдельности, общественные объединения приняли решение объединить усилия касаемо патриотического воспитания молодежи. Также данное соглашение подразумевает под собой и преемственность поколений. Основным критерием, наверное, вообще воспитание любого патриотического, либо воспитание такого нравственного, является семья. И если мы с двух сторон, мы через более молодое поколение, а Беларусь через поколение постарше, четко консолидированно будем рассказывать четкие позиции, раскрывать или там вот эти различные фейковую информацию, четко доносить до населения, что сделано государством и для молодого поколения, и для взрослого, вот тогда эта работа будет более эффективной. За последние годы работу общественного объединения БРСМ можно уверенно назвать эффективной. Работа с молодежью ведется на разных уровнях. Проводятся различные профилактические акции, флешмобы, диалоговые площадки. В свою очередь, Белая Русь проводит работы не меньше по патриотическому воспитанию молодежи. По сути, это и стало поводом для подписания соглашения о сотрудничестве. Конечно же, есть очень много различных направлений совместных, вот, так и в том числе, и я уверен, что мы будем приглашать активистов обеих организаций поучаствовать в своих традиционных проектах, вот что усилит аудиторию и охват. И, конечно, хочется сказать, что зачастую в целом председатели Белой Руси, которые работают в регионах, и, ну вот, скажем так, и новый наш областной лидер Белой Руси, они имеют колоссальный управленческий опыт, что для нас, для молодых первых секретарей, руководителей районных организаций, да и в целом секретарей первичных организаций на работающей молодежи, это очень важно ознакомиться с этим опытом. Я думаю, что мы даже разработаем и в процессе разработки даже идет система наставничества, потому что любые управленческие решения, они требуют ответственности от руководителя, и, конечно, нам, молодым, в этом еще стоит поучиться у старшего поколения. Жизнь в очередной раз доказывает, что БРСМ и у Белой Руси общие цели и задачи по формированию гражданских и патриотических позиций у детей и молодежи. И подписание соглашения о сотрудничестве подтверждает этот факт.